Мы хотели готовиться несколько слов о том, для чего мы, собственно, придумали эту номинацию, которая называется «Стихи». Хотели рассказать, но судя по тому, как вы это все встретили, ничего рассказывать не надо. И так понятно, что это нужно другим людям. Это здорово. Тем временем, если вы заметили, у нас очень необычный состав на сцене. Вот такой состав с такими инструментами, с надписью «Рок». Смена сочетается очень странно, тем не менее, ребята сделали настолько интересную работу. Если кто-то не следил, скажу, что по количеству лайков и положительных отзывов это безусловно лидер, поэтому это то, что понравилось больше всего для аудитории. Нам понравилось безумно, поэтому мы даже не обсуждали звать или нет. Да. Ребят, давайте ближе как-то, вот очень хотелось бы, чтобы рок был с обеих сторон как-то сцены. Поддержите, ребята приехали издалека, многие приехали сегодня издалека. Запоминайте название, пожалуйста, и поддерживайте, как только можно. Тем более, что, на мой взгляд, здесь есть чего поддерживать. И несмотря на то, что это снова дебют, группа собралась не так давно, у каждого из участников замечательный уже солидный опыт, но в других коллективах, и ребята, по их словам, собрались вместе, чтобы делать что-то новое и дарить яркие впечатления. Повестка взяла. Группа ярче, Чебоксары. Ты же не смерти, ты всегда.
всем, ребят, надеюсь, на волне этой песни вы поддержите следующую, потому что она нас немного окунает в такую в осеннюю ностальгию, и есть о чем подумать. Хардкор. Вот. Всяческие эмоции нельзя. Нельзя. После песни. И мы тоже могем. Так, давайте, друзья. Thank you.
Спасибо. С вами был дуэт Якши и Витти. Народная музыка.